Оберегать природу и сохранять деревья. Чтобы привить эти идеи с детства, Алтайский край в пятый раз участвует во всероссийской акции «Boom Battle». В ней участвуют различные учреждения, но особенный отклик организаторы получают от детских садов и школ. Дети не просто участвуют, но и соревнуются в личном зачете. Кто больше макулатуры сдал, тот и выиграл. С родителями собирали ненужные журналы из домов, потом книжки были ненужные некоторые, которые порванные были старые, потом коробки у нас были ненужные, а потом наши тети нам тоже давали всякие бумаги и ненужные, допустим, с работы списанные бумаги. Мы их начали собирать и сдавать в АГДЭЦ. С каждым годом желающих подключиться к всероссийской акции становится больше. Вместе с количеством участников, верят организаторы, растет и число тех, кто готов заботиться о природе даже таким простым способом, как правильная утилизация макулатуры. Потенциальных участников привлекает и шанс получить приз, но в основном средства идут на благотворительные цели. У нас средства, вырученные от сдачи макулатуры, частично идут на поощрение участников. Обычно это сладкие призы и раздаточные материалы, которые имеются в центре у нас, тоже помогающие формировать экопривычки. Обязательно часть средств мы отправляем на помощь приюту животных или на закупку корма для птиц. И, конечно, часть средств идет на специальную военную операцию. Собранную бумагу забирают на переработку различные организации края. На сегодняшний день приняты заявки на вывоз больше 20 тонн макулатуры в Барнауле, Бийске, Рубцовске и в некоторых районах. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо создать личный кабинет на сайте акции «Boom Battle», зарегистрироваться там, подать заявку с указанием даты вывоза макулатуры, а также ее веса. Заявить о себе вы еще успеваете. Сбор заявок на вывоз бумаги принимает по телефону, который вы видите на своих экранах. Также отвезти макулатуру можно и самостоятельно в пункт приема в Барнауле на проспекте Космонавтов 53А. Главное для участия не забыть зарегистрироваться на сайте акции boombattle.rf. Кстати, самые активные участники акции завтра посетят с экскурсии одно из предприятий края, где в производстве используют переработанную макулатуру. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.